Для меня дикая женщина — это про безусловную любовь к себе. И начальство еще, долбило. Ты ничтожество, ты ничего не можешь. Она такая: да, да, я ничтожество, я ни на что не способна. Ни на что не способна, ничтожество, полное ничтожество. Это вот про познание себя истиной и разрешение себя быть такой, какая ты там внутри настоящая. И нет бы уйти уже давно оттуда, а ты держишься, чертова стабильность. И ждала она эту стабильность, а ее не было. Про принятие себя такой, какая ты есть, и главное, что ты узнаешь, какая ты есть на самом деле. Вот без этих масок, без каких-то навязанных мнений. И нет бы взять на себя ответственность и разорвать этот порочный круг. Нет, страшно! У нее не было вообще своего мнения, у нее было мое. Безответственная. Может, ты знаешь, чем я? Или ты знаешь? Что мне делать? Что делать? Гипофигизм, он начал проникать во всю ее жизнь. У меня такое состояние, будто я вот под кайфом. Мягким. Если честно, то у нее было состояние, как будто она немножечко под кайфом. Так в этом-то и кайф, что достаточно только 30 грамм розовых волос, вкусный кофе по утрам, а можно даже и без этого быть счастливым человеком. Но я думаю, на сегодня собрание окончено. Давайте к вечеру, пожалуйста, отчеты о работе. И она стала руководителем чего-то грандиозного. Это что-то инновационное. Это было что-то совершенно инновационное. Такого вообще до этого не было. Такого вообще не было нигде и никогда. Она была самой первой. Ой, какая я дерзкая. Она стала дерзкой. Она была такая дерзкая, что люди просто вот так вот: ой, какая дерзкая. И щепоточка скандалилась. Она была немножечко скандальная. И поэтому вы можете сейчас во всех газетах читать скандальные статьи, скандальные интервью, смотреть скандальные видосики с ней, потому что за ней хочется следить. Она очень скандальная. И такая очень смелая. Она очень смелая. А она как бы, какие смелые вещи она творит. Если уж делает, так делает. Если уж она делает, то про нее так и говорят: вот она-то. Уж если делает, так вот она-то уже делает, да.